Мужество – это когда мужчина готов защищать Родину. Мужество – это когда мужчина готов отдать самое лучшее ребенку и женщине. Это мальчик. Какой? Мужчина. Какой быть работать? А что делает смелый человек? Смелый? Какие поступки совершает? Бегает. Я смелый, возрастный и смелый. Когда человек другого человека защищает, а люди, которые не сильны, вообще ничего не защищают, ничего не любят. И мужественные люди повсюду живут. Те, которые на площадках, пожар тушат, ловят бандитов. Командовать. Командовать? Да. А кем он командует? Ну, всеми людьми на корабле. На корабле? Да. Герой команды всеми людьми на корабле, да?